Лера, я все видела, давай делись. Дарина, ну ты глазастая. А что там такое? Иди чуть-чуть. Тебе? Спасибо. Ой, и тебе. Спасибо. Свободно. Всем привет. Ой, привет. Что, еще Посейдона нету? А ты что, соскучился? Да нет. Ну, как видишь, его еще нет. Да придет сейчас свой Посейдон, никуда он не денется. Это хорошо. Чем это хорошо? Сейчас придет и будет бу-бу-бу-бу-бу-бу. Надоел уже. Слушай, Лера, полностью с тобой согласна. Зря вот так. А мне нравятся его уроки. Очень познавательные. Аня, его уроки скучные и неинтересные. Та-дам! Сегодня будет весело. Чего ты это взял? Смотрите. Влад, ты опять принес коллекцию пустых бутылок в школу? Нет, Лера, это бутылочка на желание. Красавчик, да опять! Молодец, хороший день, мне нравится. А где желание? Осталось только написать. Дарина, ничего писать не надо. Уже все готово. Влад, слушай, ты меня удивляешь. Я все уже подготовил. Смотрите, опа, желание. О, молодец. Маркеры. И угадайте, что? Влад, ну не тяни, что там у тебя? Опа, видели? Классно, а зачем ты машинку для стрижки в школу припер? Лера, все просто, это наказание для тех, кто не будет выполнять желание. Молодец, Влад, красавчик, хорошо подготовился. Ну так давайте играть, пока Посейдон не пришел. Стояночка, я делал это желание для всех и для Посейдона. В смысле? То есть Посейдон будет с нами играть? Ого, это что-то новенькое. Ага, размечтался, что Посейдон с тобой в бутылочку на желание играл. Девочки, уж помогите мне его уговорить, и будет весело, я обещаю. Ну хорошо, попробуем, попытка не пытка. Но если честно, Влад, ты меня заинтриговал. Игра вот очень веселая. Тут желание, да? Конечно. Для кого этого цветы принесли? Цветы? Валентине Ивановне. Решил сделать ей приятно. Так, ну что, готовы к уроку? Посейдон Океанович, а давайте на этом уроке поиграем в одну очень интересную игру. Ну что за детский сад? Мы сегодня все должны это выучить. Посейдон Океанович, ну давайте, может быть, сегодня сыграем. Все равно сегодня сокращенные уроки. И тем более мы не успеем это все выучить. Эх. Ладно, рассказывайте, что у вас там за игра? Посейдон Океанович, игра «Бутылочка на желание». Глупая игра. Ну чем она вам поможет в жизни? Посейдон Океанович, ну как же, эта игра помогает проявить смекалку, смелость, ловкость, хитрость. Храбрость. Это одно и то же. Ну что, давайте играть. Ну я не знаю. Игра действительно любопытная. Посейдон Океанович, ну давайте, вы же у нас смелый, умный, храбрый. Соглашайтесь, вы же укротитель огня. Эта игра прям создана для вас. Ну ладно, хорошо. Сыграю, только Валентине Ивановне ни слова. Что нужно делать? Для начала подсаживайтесь все сюда, за одну парту. Давайте. Значит, правила очень простые. У нас есть бутылочка, у нас есть желание. Мы крутим бутылочку. На кого попадает эта бутылочка, тот выполняет желание. А кто не выполняет желание, тому наказание. Посейдон Океанович, ах ты слабый. И не будет выполнять желание того подстричь машинкой. Ну что, играем? Ну я все понял. Крутите вашу бутылку. Вот и отлично, я кручу бутылочку. Играем по правую руку. Давай, 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 давай. Ой, сразу я. Ну давай, парень, тяни желание. Ты же у нас храбрый. Да, вообще легко. Тяни бумажку. И что же здесь? Читай. Получишь обманы от всех. О, мне нравится это желание. Да. Так, а ну-ка подвигайся, подвигайся. Давай. Да, слабачки, вообще не больно. Подожди, еще моя очередь. Давай сюда голову. Ой, как больно, по-моему, у меня шишка будет.
Вась, хватит ныть, короче, бутылку. Хорошо. Лерка, ты! Давайте, не желание. Сейчас. Так. Ну, что, что там? Сделал отрыжку, реперки, залез на парту и танцует. А тут свои два желания. Ну, я исполняю. Ладно, хорошо. Опять попал, пацан! Может, не надо? Давай тяни! Хорошо. Что там? Ну, читай, читай, читай. Съесть цветы с вазы. А, вот, пожалуйста, вот, любые, на выбор. Да легко. А, все есть? А, не, нет, оставь нет. Валентине Ивановне. Хорошо. О, все, хватит, хватит. Фу. Ну что, я справился. Засчитано, молодец. Возвращайся, крути бутылку. Хорошо. Давай. Посейдон Океанович, тяните. А, давай, да я ничего не боюсь. Посмотрим. Так. Что? Облить себя водой. И что, а где ваша вода? Вон в вазе. Ваза. Так это все. Я ж не просто так посейдон. Нет, не слабо, но цветам вода нужна. Ну что, засчитано? Засчитано. Засчитано. Крутите бутылку. Давай. Опять ты. Вытягивай желание. Без проблем. Что там? Сейчас. Придумай кличку себе и всем. Хорошо, без проблем. Прыщ. Что ты ржешь? Ты будешь... Головастик! Посейдон Океанович, простите, яйца головой. А ты кикимора. А я принцесска. Нет, не принцесса, ты будешь у нас Чиполлино. Ладно, хорошо, Чиполлино. Я кручу бутылку. Давай. Ну ладно. Напиши гадость на учителя. Посейдон, не обижайтесь, я буду рисовать вас. В смысле меня? Ну, рисуй кого-то другого. Ну ладно, Анжелику. Давай. Пиши, 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 пиши. Давай, давай. Не, ну смешно, смешно. Только Анжелике не говорите об этом. Ну что, давай, крути бутылку. А как, опять я? Ну, тебе везет больше всех. Давай, тяни уже. Ну ладно, хорошо. Давай, тяни. Так, сейчас. Разрисую лысину Посейдону. О-о-о, стоп! В смысле разрисую лысину Посейдону? Посейдон Океанович, а что вы боитесь? Вы же храбрый. Ну ладно, только рисуй что-то красивое. Да, держи, мать. Спасибо. О, получается круто! Эй, малая, ты там старайся! Светлана Кианович, вы такой сильный! Эй, вы что там ржете? Малая, ты что там рисуешь? Все нормально, вам понравится! Ну, смотри мне! Посейдон Кианович, вы такой крутой становитесь! Я надеюсь! Все, я закончила! Вот, держите зеркало, посмотрите на себя!
Вам идет. Вам очень идет. А еще неплохо, неплохо. Кто ж рисовал? Ну да. Малая, нормально нарисовала. Я старалась. Достойно. Ну садись, давай, дальше играем. Крути бутылку. Спасибо, теперь мы. Да, я ничего не боюсь. Давай сюда. Ну что там? Ну давайте сюда. Что? Ну быстрее. Ну. Понюхай тёбу соседа справа. О, это Дарина. Дарин, снимай. Держите. Забирай. Нормально там? Ничего там не воняет. Ну да, конечно. Так, ну дальше. Да ну, опять я. Давай, давай. Что там? Ну. Передай желание соседу напротив. О, блин, ура! Если хоть я один раз буду. Давай. Давайте, не тяни. Угу. Давайте, ну что там у тебя? Ну, что там? Что там? Ну, открывай, читай, давай. Читай. Давай. Успокойся ты. Так, вылез на парту и закричи три раза, я тупая и горжусь. А я давай, давай. Так. Только закричи, позакричи. Да ладно. Я тяну, да. Я тяну. Может, чем-то меньше, давай, меньше. Позвони и прикольнись с Валей. О, давай. Да нет, может... Влад, можно твой телефон? Она твой телефон. Точняк. Ты будешь выполнять? Да. Давай, давай. О, коч. Алло, Валентина Ивановна, за ваше плохое отношение к детям вы уволены. Не смешно. Мелкая, кажется, у тебя проблемы. Но крути бутылку. Капец, она меня узнала. Да, надо было лучше голос изменять. Крути давай. Кручу, кручу. Тяни бумажку. Давай. Да тяну, тяну. Давай. Это. Типа сюда попал. И что там? Станция Дьорка. О-о-о! Давай. Давай. Иди на сцену. И танцуй, зажигай. Легко. Давай, смотрите. Давай. Нет. Опа-па. Нет. Выйди на сцену выйди. Лучше, лучше. Лучше. Эй, Вань, полегче. Опа, ну что, получилось? Влад, плохо очень, можно было и получше. Ну извините, я не тверка. Ладно, садись и крути бутылку. Давай. Давай, Лена, исполняй желание. Хорошо, без проблем. Так, давай. Что там? И разрисую лицо соседа справа. О, блин, Аня. Спасибо. Он же не отмоется потом. Отмоется. Конечно. А ну хорошо, идите мне в школе. Тихо, тихо, тихо. Видите глаза? Нет, нет, нет. Рисуй, рисуй, не жалей ее. Меня вон как разрисовали. Да, сделай из нее оно. Все, красотка, готова. Смотрите, какая красотка у нас. Вера. Нормально, нормально. Мне нравится. Оно пусть отсмывается очень красиво и хорошо получилось. Проверим. Играем дальше, да? Я хочу бутылку. Спасибо, он опять вы. Тяните бумажку, давай. А, давай. Что там? Читайте. Плюнуть в соседа справа? В смысле, не может быть. Может. Да ну. Давайте, Николаевич, вы сможете. Не, ну, это уже слишком. Ребят, мы поиграли и хватит, да? Это аморально. Я не могу плюнуть ученице в лицо. Плюнь, вы правила знаете, а то будет наказание. Да, да, да. Или исполняете, или наказание. Посейдон Океанович, пожалуйста, не надо. Не бойся, малая, я этого делать не буду. Давай, Влад, включай свою жужжалку. Посейдон Океанович, последняя попытка. Так, я этого делать не буду, и брить меня никто не будет. Да, Посейдон Океанович, мы думали, что вы смелый, храбрый, отважный. А оказывается, вы совсем не такой. Да. Так,
Дело не в трусости, не в слабости, слабохарактерности. Тут дело в воспитании. Я не могу так поступить. Хотите брить? Брейте. Без проблем. Давай, Ваня. Вы готовы? Ого. Давай. Ого. Офигеть. Вот теперь мы узнаем Посейдона Океановича. Сказал, сделал. Вам теперь так лучше. Мужик должен держать слово. И я его держу. Посейдон Океанович, вы главное не переживайте. Вам без бороды даже лучше. Я на это надеюсь. Так, ну здесь все? А вот теперь здесь. Ой, Посейдон Океанович, такой смешно становитесь. Так, отдай сюда. Все, звонок. Забирайте свою бутылку.